Юбилейная дата у самого большого советского района Красноярска. 45 лет со дня образования. Район начали возводить вместе с цехами самого крупного предприятия города – алюминиевого завода. Сначала там появилось общежитие, затем сам завод, строительные и транспортные организации, еще ряд промышленных предприятий, дома, школы, кинотеатры, техникумы, библиотеки. За 45 лет население советского района возросло в 4,5 раза. И сегодня там проживает более 300 тысяч человек. Этот район краевого центра считается самым динамично развивающимся и перспективным.